Привет, Ютуб. В исполнении распоряжения об импортозамещении российским ученым наконец-то удалось путем скрещивания и селекции вывести ряд новых продуктов для российского потребителя. В Москве открылся первый магазин с продажей таких продуктов. Жидкий перчик чили. Рыбная икра. Рыба непосредственно состоит из икры. Апельсин со вкусом киви. Ананасовый ликер непосредственно в самом ананасе. Мясной хлеб. Совершенно новый продукт. Скрещенный перец с гранатом. Очень вкусно. Новые яйца в оригинальной упаковке. Торт со вкусом сыра. Универсальный магазин, в котором можно попробовать такие продукты. Ну, сейчас мы зайдем в магазин и все это попробуем.